И всем привет, ребята, с вами Дексон, и сегодня в данном видеоролике у Терса сейчас проходит стрим, и я хочу вам рассказать, какие скины и чармы он собирается бустить. Информация полностью свежая, поэтому я думаю, за нее можно поставить лайк и подписаться на канал с колокольчиком. Давайте идти к цели в 6000 подписчиков. Скидывайте данный видеоролик своему другу, чтобы он тоже мог окупиться. Давайте приступать к данному видеоролику, я желаю вам приятного просмотра. Начать бы я хотел с того, то что он будет бустить граффити thumbs up, то есть вот такой вот граффити, где челик показывает лайк. Он уже скупил в районе 2000 таких граффити, он ждет очень много руин и будет их постепенно скупать, чтобы вы выводили в плюс, поэтому обязательно их покупайте. И сейчас посмотрите отрывок с его стрима. Пока стрим запускался, знаете, что я сделал? Я купил 1000 наклеек. Сейчас, пацаны, вам покажу свой инвентарь. Я купил 1000 наклеек. Вот таких вот. Сейчас покажу, где же они. Во! С лайками. Купил 1000 наклеек. Нет, 1000 граффити. Но вы пока не покупайте. Ждем руин. Если кайф, можете купить. Но я думаю, что все равно руины произойдут. И давайте, чтобы руины произошли, пока я вам рассказываю, я сделаю такую вот бимбочку. Я закажу еще 1000 штук. Еще 1000 штук я закажу. Дальше Тер сказал про свои следующие будущие скины, о которых он уже вам рассказывал. То есть про буст елки, Мэтт Санта и всего прочего. Посмотрите, что он насчет этого сказал, и сделайте свои выводы. Санты, пацаны, Санты, скоро мы доберемся до Санты. Я же вам обещал бустик Санты. Мы доберемся до Санты и до елочки, так что ждем. Вот такие вот замечательные чувачки у меня есть, мои любимые елочки. До них тоже мы доберемся. Что же вам посливать, друзья, Я даже не знаю, что вам посливать. Что-нибудь недорогое, что-нибудь бимбовое. Пиццы? Ну а также он сказал то, что сейчас прямо на стриме, вот сейчас я выпускаю этот видос, и максимально летите в игру покупать наклейку молния эпическую. Потому что он сказал то, что сейчас он пока что сливает чармы, все это прочее за 0.03, чтобы вас порадовать. А после этого зайдет на свой аккаунт и купит этих молний на 150 тысяч голды. Ребят, вы только придумайте вот это все. Поэтому обязательно летите, покупайте, пока что они не так дорого стоят и выставляйте намного дороже. Посмотрите, как это все происходит. Я думаю, что мы сегодня на все 150 тысяч голды, знаете, что сделаем? Я вижу очень молнии в чате, и я думаю, что мы забустим, точнее скупим молнии на 163 тысячи голды. Ну, в общем, пускай будет на 150 тысяч голды, мы сегодня закупим молнии. Если вы хотите в этом поучаствовать, в принципе, вы можете это купить, но даже если вы сегодня ушли в минус, то, пожалуйста, ни в коем случае не продавайте вашу молнию, потому что бусты с молниями еще продолжатся. Друзья, ну а на этом наш видеоролик подошел к концу. Его стрим еще не закончился, и я сейчас буду смотреть, что он будет бустить дальше. Если вы хотите знать всю самую свежую инфу, то переходите в мой телеграм-канал, ведь на косарь сабов там будет розыгрыш нереальной прокачки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал с колокольчиком. Напоминаю, ребят, давайте сделаем 6000 подписчиков, потому что мне будет безумно приятно. На этом все, всем удачи и всем пока, ребята. До новых встреч в следующем.